Горбанский тип. Прошу обратить внимание, какого типа голова его. Морда абсолютно не суживающаяся к мочке носа. Коричневая мочка носа, сырые губы, круглые глаза. Плоский лоб. Лоша. Лоша. Лоша сейчас 9 лет. Лоша. Означает великолепный. Лоша. Лоша наичарший представитель казбекских овчарок. Горбанский тип. Видите суку, молодую, ей 1,5 года, иди ко мне. А это местный хиппи. Иди ко мне. Посмотрите, с какой легкостью движется собака. Кличка Цега. Гергетский тип. Характерная маска на морде, белая, с крапом. К сожалению, цыга сейчас в линьке. Еще одна сука, гергетского типа, короткошерстная. Полтора года ей, кличка Бонни. Очень мускулистая сука. Бонни.
Широкая распахнутая грудь, прекрасные мышцы на лопатках. Вдали еще приближается одна сука, также гиргетского типа. Саша, позови ее. Сейчас.
Это также горбанская сука. Масик. Масик. Масик, масик. Тише, 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 тише. Тише. У нее щенки. Масик, масик, хороший. Место. Место. Место, я сказал. Место. Место. Кумачек. Кумачка. На, на, кумачек. Место. Место. Кубанская сука, очень молодая, у нее первые щенки. Отпусти ее, Саня. Кличка ее Окро. Сейчас мы вам покажем кобеля 4 лет, горбанского типа. Кличка Шихи. К сожалению, вычесать Шихи невозможно, потому что он очень злобный. Куда ты побежал, подожди? А это Окро. Остановись, Саша, я голову его хочу показать. И в профиль надо, чтобы он... Видите, плоский лоб, сырые губы. Вот сейчас хорошо. Но он сейчас не в форме. Вот еще одна сука горбанская. Кличка Калли. Калли. Накали, хамоти. Модяк.
дома хлопот. Кали. 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 А? Кали. Ага. Сторожевой пес Базиль. Самый сторожевой на свете. Да, грудь. Опустил. Починилась уже. Мира, мира. Загли. Загли. А, Дарбанская сука, 9 лет. Панораму сними вместе с этими собаками. Прикольные какие. Цыпленок у нас. Ну ничего. Вот в середине кобель Горбанский. Тоже старый, 9 лет. От него скоро будет потомство. От меня, да? От меня кобель, да? Сейчас даже не придет. Самый момент. Бурта. Бука. Еще одна горбанская сука. Ну, отойди чуть-чуть. Она повязана. Да подожди. Вот характерные линии головы. Загли. Зачем ты его несешь? Это хвост? А это местный хиппи. Загли. Она забежала, легла и спала. Она рядом с Рубиком. Это гергетская сука. Длинношерстная. А? Да ты чё? Могу. Заглюся, молодец. Ну, какой скаж? Надувать лучше.
Да мне не на боях скажи, вот азиатов привозили. Кавказ ревью не смотрел передачу, показывали. Ну там так показывали. Ну-ка. Да, скажи, вы меня проймете, блядь. Вы видите в экране мамева батраза. Он ведет двух бойцовых собак, одних из лучших бойцов города Владикавказа. Серый кобель по кличке Барсик и пятнистый кобель короткошерстный гиргетского подтипа Туго. Они ровесники, по 4 года им. Туго. Ах, красавец! Туго купается в реке Терек. Туго! Yeah.